Привет, с вами портал gamerstv.ru, Russian User. Сейчас я произведу unboxing Dead Rising 3 Day One Edition. Сейчас 22 ноября. Я стараюсь все делать очень оперативно, прямо из США. Так, снимем пломбу. Так, окей. Посмотрим поближе немножко на игру. Очень приятная также полиграфия, как у всех трех эксклюзивов. Так, попробую подобрать ракурс. Серебряная полиграфия. Посмотрим описание. Есть даже у нас кооператив. Это та игра, которую я больше всего ждал. Из игр для нового поколения обязательно буду ее тщательно проходить, стримить для вас по возвращению в Россию. Ох, какой классный диск. Шикарно. Так надо делать диски. Это самый классный диск вообще из всех пока что я вот распечатывал для консоли нового поколения. Ну и, кстати, Dead Rising, я помню, первый был тоже шикарен, шикарен, лицензионный. Ну, здесь у нас идут стандартно промокоды для специального контента для этого издания Day One Edition. И код на 3 дня Xbox Live Gold. Не забывайте, что будут обязательно стримы по возвращению в Россию с PS4, Xbox One. Обязательно ознакомьтесь с нашим обзором PS4 на портале gamerstv.ru. Вскоре выйдет также обзор Xbox One и сравнение обоих приставок. Это будет очень интересно. Вот, обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы видеть все последние обновления. Ну и обязательно смотрите репортажи ВКонтакте, в Ютубе и вообще на портале gamerstv.ru. Скоро все будет выложено с места событий в США. Было очень интересно. Такого, наверное, ну я такого еще не видел. Это была самая, наверное, лучшая вечеринка в моей жизни. Так что не пропустите. До новых встреч.